Здорово, народ! Без лишних слов, добро пожаловать в самую имбанутую кастомку прошлого сезона. Dota 2, но все ультимейты имбы. Вас ждет сразу две игры, два имбанутых перса, так что с вас по лайку и комменту, друзья. Погнали! А перед началом этого видео хочу вам рассказать о лучшем магазине игр ImbaShop. Как вы поняли из названия, я имею непосредственное отношение к этому сайту. На ImbaShop у вас есть шанс заполучить такие крутые проекты, как Overwatch, DayZ, CSGO Prime, GTA 5, PUBG и многое другое не дороже, чем пара чашек капучино. Это значит, что большинство игр стоит до 200 рублей. Но если вы хотите еще больше сэкономить, то покупайте кейсы с играми от 29 рублей, где выпавшая игра будет всегда дороже стоимости сундука. 100% окупаемости только на ImbaShop. Ну а для любителей покрутить, заглядывайте в наши Dota 2 и CSGO наборы. Больше не надо ждать, пока бот вам скинет вещи или всякие там баны трейдов. Выбивайте шмотку и сразу выводите себе ее полную стоимость. ImbaShop, ссылка в описании. Ну что, знакомьтесь, я Тини и я статуя. Просто парень выбрал героя, у которого 5000 замедления атаки. 5, Карл. Это же жесть, ежи. Ладно. Его сугубо личное дело, что называется. Я думаю, здесь 6 уровень мы получим. Будем такой трешак вы исполнять. Вот веселье. Мне кажется, надо будет мне кастовать ульту где-то на 55 секунде, чтобы захватить крипов старых. Даже не на 50-й. Ну, по сути, да. Да, на 55-й. Чтобы захватить всех крипов. Сразу. Вот это будет топчик. Я, наверное, в лесу постою как-нибудь. Ты хочешь феникса в соло оставить? Да, пожалуй. А что у нас вообще феникс и нигмы делают в изилайне? Может, как-то Абадона в кора поставил? Для 6-го левела. Кстати, феникс не такой. Ну, я со второго уровня, наверное, пойду в лес, потому что... Прум-пум-пум. Ну, тебе нет смысла минуту ждать крипов. Ну, не, это понятно. Так, давай я в кого? Я в Тиника даю стан. Блин, не, не подставься. Со мной. Ах, не успели. Подставился все-таки со мной. Так, ну что, кто у них потенциально опасный герой? Зевс, 1500 урона с ульты. Он шотнет сразу всех, это 100%. Тини вообще бесполезный кусок камня. Вайпер вроде неплохо бьет. И Дазл, который режет 80% хп. Блин, на самом деле тут столько интересных героев. Я понимаю, что мы бабку с дровкой забанили, но почему не взяли ту же... Зачем ты стопишь? Ту же Дарк Виру. Дарквилл. Она как бы тут очень сильно смотрится. Видишь, все крипы абсолютно были под вышкой убиты. Точнее, не убиты. А, слушай, мне, наверное, тут и не надо в этот идти. Ой, тут очень быстро 6 уровень будет. Прям вообще максимально. Не, вот это плохо. Что ты хочешь от меня? Что, плохо? Что будет быстро 6 уровень. Почему плохо? Не только что у нас, а у его противников. Так у них опасных героев вообще нету. Они никого не взяли абсолютно. Дазл. Дазл. Дазл 80% режет себе кулдауны на 18 уровне. Что в этом, собственно, да, опасно? Да, на 18 точно. Уж он, як так. В смысле? Меня бы Зевс убил. А, это, да? Был гениальный мув. Там чел по КД с вами скиллами. А что это такое тут устроили они? Они хотят подраться. Ну, я думаю, это будет ошибочка. Пока те не полезны. Для нас или для них? Для них, конечно. У него, во-первых, без хп абсолютно. Во-вторых, я сейчас пойду на базу и прожму кнопочку. Хотя мне даже, наверное, так на базу идти не надо. 15 секунд, типа. Не-не-не, надо. Маловато урона. Ну, если ты под себя кинешь эту. Ну, я ее макшу сейчас. Так что я думаю, должно хватить. А, ну. Там здесь нет смысла набазать. Да, мне главное выждать, чтобы и крипов зацепить. И заново крипы появились, и снова их зацепить.
На 55-й, наверное, буду кастовать Трена. Ах, сука. Не дает нам 6-й получить. Крипочка съем. Прощайся с мамой. У меня ульта есть. Ну, пока не прожимай. Сейчас я прожму. Так, я, наверное, на лайне быстрее получу. Оп, 6-й. Все, давай. Не, сейчас, подожди минутку, надо подождать. Сейчас на 55-й, я просто хочу тебе зафармить весь лес сразу. Абадон, если что, советую тебе собрать этот Йоу от Безмолвия. Нигма. А, понял. Хочешь я убить? Ты уверен, что хочешь убить? Подожди, подожди, не провоцируй. 30 секунд дайте мне, не убивайте их 30 секунд. Наверное, даже сразу в Октарин выйду. Она вниз лететь? На опыт? Ну да. На опыт вниз. Ну, все, все. Просто вся движуха здесь. Не-не-не, подожди, подожди, не убивать, не убивать! О, а, где а я урон... А, точно. Урона точно нет. Ага, понял. Зевс не ультанул? Так, ну ладно, понеслась. Ёб твою мать. Вот это жесть! Я в шоке, просто 15к на ровном месте. Плюс 3к. Плюс 3,5к. Так я рефрешер сейчас сразу куплю, чё вы. Давай. Курьеров тоже давай. Я курьеров не знаю, но... Так, жду 50-ю минуту. Ой, секунду. Такая грядка за мной бегает. Все хотят фрагов. Все хотят опыта. А, так ты вместе с Владом нажимай. Да, давай по приколу чисто. Все, давай. Вперед, оба. Шикарно просто. Вот это комбо-бомба, я понимаю. Просто зоопарк такой, охренеть. Еще плюс 8к. Я пошел за Ганимом. Ай, капец. Так, а Ганим? Ганим взять, не взять? Ладно, возьму Ганим. Все, 80 секунд они живут. А, ну все, Зевс меня теперь не будет убивать. Урон. Кто урод? Урон, говорю. Так, поставим немного вардецких. Всех крипов съел. Ну так. Они уже появились. О, у нас так, классные варды, кстати. Это уже не я. Так, ну вы хоть там их сильно не душите ближе. О, здравствуйте, Зевс. Я ждал крипов. Сейчас помогу. У меня вайпер ультанул откуда-то. Откуда тут вайпер вообще взялся? Сейчас я возьму эту херню. Я что, я возьму? Блин. Слушайте, а меня вайпера убьет сейчас скилл. Че у него отлично? Давай. Это еще и не снимается. 14 секунд. Я через 40 буду. Ну давай ты поставь. Чисто по приколу. А у меня нет. Тупо пристрелил на снайпере. Ладно, дайте им разогнаться. Не стреляйте, подожди. Давай пока не кастуй, пусть немного поразгоняется. А. О, на мне только ульта закончилась. Да, только разгонится и все. Да, там походу будет бесконечный крест сразу, да. А пойдемте разочек им сольемся на миду. Только не убивайте их. Прям просто идем, только не убивайте. Вот прям серьезно не убивайте. Придите семьи, давайте умрем разочек. Пусть они получат немного опыта. Эх, конечно, я теряю. Чтоб баланс такой немного был. Где Зевс? Где Зевс? Они, а что они убегают, я не понял.
получается. Все, отлично. Опыта, наверное, получили. Немного денег получили. Только потом... Феникс, а появляешься, это? Прожимай кнопку. Не-не-не, у него не на всю карту. Нет. У него где-то вот так выйдет. 13 тысяч? Ну, в мид прилетай и прожимай. Мне 18 нужен, чтобы урона было побольше намного. А какой у тебя сейчас 16? Да, ты до 18 еще раз успеешь. Лети на мид, сейчас посмотрим, как ты кастуешь. Что тут смотреть? А, можно по секунду подождать? Я рядом. Я рядом. Блин, не знаю, ты опыта не получишь. Давайте. Не, уже получим. Давайте. Ну, кстати, урона реально очень мало. Ой. А взорваться будет яйцо сегодня? Будет. Да, маловато урона. Очень маловато. Так что делаем. А, он еще без маны, да? А этот как, от крипов нейтральных умер? Крипы. Но зато ты всех крипов зафармил, наверное, да? У тебя там денег неплохо так должно быть. Пошли. Да, у меня 6 тысяч было. Кого вижу, того стрелю. Так, ну, я сейчас, скорее всего, дам ульту. А, я даже убил. Лети, до свидания. Финчер. Ток. Чё там кастуешь? Понятно. Все сюда сразу. Вот сейчас еще вайбер. А, не, подцепишь вайбер. А Рошана как-то можно убить? Давайте Рошана убьем. Он умирает. Я ему могу скорость так выставлять. Ну, линка бесконечно. Не, не бесконечная. Там шанс башен. Миднайт, конечно же, работает на Рошана. В скобочках нет. А, Санрайд тоже, да. Санрайд у нас работает. Нам она не нужна. Все, я могу. Шапалаха мне прописал. Так, короче, я предлагаю сейчас быстренько закончить по миду и записать из двух частей эту укатку, чтобы других героев взяли еще. Я хочу на Dark Willow сыграть. Поэтому давайте пропушим их. А, я на лече хочу. Все, напишу. Извините, напиши. Не, просто они героев таких себе взяли, довольно посредственных. А, я в яйце. Снайпер стоит, пушит спокойно себе. Может, дизоль какой-нибудь возьмешь, там, рапирку, не знаю. О, я всех убиваю одна. Так, давайте попушу. Потанчу. Ой, зря ты байбекнулся, братан. Что это? Что за провокейшн? Так, пушу. А, нет, он сейчас ультанет в меня, не надо. Не ультанет. Не ультанет. А, вот так может. И так не может. Ну, так не может. Ой, меня башня бьет. Я сейчас помру. Как же долго гастуется этот бухол с яйцом. Капец. Вот это ты просто сейчас подсейвил, просто вообще максималочка. Почему так лагает, ну, вообще нет, я бы не убил, не умер бы. Что за дробовик сейчас был такой? Меня реально, мне дико лагает, что за хрень? Всех сейчас провагивает? Нет, у меня нет. Но мне так чуть ли не постоянно. Не, у меня сейчас прям какие-то дикие провагивания. Надо рапиру мне забрать, помогите. А рапиру забрать, иду помогаю. Помогаю рапиру забрать. Понял. О, еще крипочки подлетели. 18к, кстати, на руках. Забрал рапиру? Да. Отлично. Так, пацаны. А, муншард снайперу. А, всё. Муншар точно с руки бьет. А, Абадону. Купи дизоль себе. Дизоль себе купи. Иди раз. А, не, Абадон. Кстати, денег уже нет. Абадон не умрет никогда. Ему авторина ее. Ну как, умрет,
Со временем. Со временем? Когда-нибудь? Не, там не порог же, секунда практически. Сэфер просто с АВП расстреливает, стоит. А, не могу это. Так, чутка закинь. Все, погнали, next. Тут уже нечего спрашивать, у нас 4 милишника. Ну, понял. Да, на самом деле, фантом как миду нормально стоит. Ну, я бы не сказал. Я не тот, кто любит миду. Я больше на пятерке и четверке играю. И ты взял фантом? Я имею в виду в рейтинге, и на мид я вообще не буду взять. Хорошо. Ладно, не, в любом случае, не забывайте, что мы играем в кастомки, где прирост прирост опыта и золота 300%, и... Ну, такого особого понятия, как ванинг, нету. Тут буквально на 5-й минуте начинается стадия мидгейма, где уже герои с, как бы так выразиться, не проматюкнуться способностями могут делать рампаги. Так что, мне кажется, тут абсолютно посрать, кто где стоит. Будем пытаться убивать. Как я понял, фантомка будет убивать на 18-м уровне. Фантомка на любом уровне должна убивать, хотя 1500% крит это что-то сильное будет. Там, смотрите, не посливайтесь. Да, слишком удачливый парень. Так, они, короче, решили... А, у вас тут фиссура, в принципе, есть. Давай, давай, влетай, влетай, влетай. Забрали, забрали. Ну, я тебе прикрыл, сори. Я хотел... Сюда иди, сюда иди. Три руны. Я хотел руну забрать. Так, я тогда этот крипов стоплю. 7 секунд. Сука, обошел. Рунку, рунку. Раз. Не уходишь? Два. Отличное начало, мне нравится. А, тут кто-то подпрыгнул. Это МК был. Да, я уже понял. Твоя МК. Удачи в личной жизни, братан. А что он делает? У меня мысли больше. А он хочет тебя напрячь. Понял. Най. Ненавижу фармить крипов. Тупо под 3 бежит. Откуда у него второй левел появился? Вали от крипов подальше. Этот не дает. Ты его убьешь, просто у меня кверки. Чуть-чуть. Сука. Иди-ка сюда, братан. Нет, хорош. Обожаю. Так, я так понимаю, мне здесь надо срочно аганим и... А, кстати, это магазин. Здесь магазин сбоку? Да, и тут. Вот этого дерева это магазин? Очень интересно. Будем знать. Так, ребят, готовы? Немножечко я поубивать. Так, стойте меня, подождите. А, сейчас я до них доеду. А что тебе идти? Они будем. Там соло убивают. Ну надо же было опыт получить немного. Это МК пришел. У меня сейчас будет шестой. Где МК пришел? На низ. На низ, лечу на низ. Давай, соберешь. На мне кинешь этот, потом второй. А чё, маны нету, братан? Все грустно, да? А кто хочет опыт, на базу летите. Я хочу, чтобы я летел. Так, подожди, 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 я приду, я хочу прийти. Я на ноге приду, не спеши. Ну пошли навстречу и нему.
Так, я, наверное, аганим сейчас сразу. О, нет, я не аганим сделаю. Я сделаю, наверное, себе... Макс, скинь еще раз старый. Ёперный балет! А шейкер ультануть должен был здесь. У меня нету маны. Ой, нету часового. What the fuck? А, что ж ты не сказал? Я подождал. Вот это, кстати, тема. Вот эта комбинация с шейкером будет просто максимально. Да. Я в шоке. А вот сколько у тебя кдшится? Ровно столько же, сколько у меня. 150. Да. Все, все, просто в следующий раз ничего не нажимай. Собирайте рефреш и да, да. Ну тогда жди, не нажимай. Ну так у меня не изучен для начала. Ой, какая же жесть сейчас произошла. Ну ладно, вот. Да, причем так знатненько. Здорово, парни. Как ваш, ничего? Так, мне кажется, надо... Может, хватит, Влад? Что-что? Может, хватит? Может, хватит, а может, оставь большого. Мне так большой нужен все. Пани, нет. Нет! Так, у шейкера есть ульта, 75 секунд. Только шейкер, пожалуйста, не прожми заранее ульту. Что говоришь, поражать заранее, да? Да, шейкер. Да, да, да. Нажимай. Я это могу. Я сейчас нажму. Меня, подождите, пожалуйста. Не, не. Еще раз кто-то. Мне просто прям дико интересно посмотреть, как это будет выглядеть. Здесь тут фармит? Да, здесь тут фармит. Здрасте. Это, кстати, может вылезть кастомка. Так оно и так пролагало, жесть как. Блин, Войт ушел. Так, 40 секунд. Ага. Ай-яй-яй. Там... Это что было? Дровага? Да. Психанул парень. А что их покоцал? Дровага, наверное. Дай мне второй, кстати, намагнусь. А, у тебя 100% криты? Так, теперь мне нужен, наверное, аганим. Я вижу нанизу там... Ничего ты там не видишь. Все, дай мне пауэр, дай мне пауэр, дай мне пауэр мне сейчас. На мид скапливаетесь, люди? На мид. А я вроде все не на мид. Видел, нет? Не-не-не, брат, не уходи. Ну, жди, 20 секунд, жди, мид. Пойдем. Мид. Я на тебя кину, если что, так, боюсь. Перезарядку, все на урял, мне кажется... Не-не, мне лучше тебе постоять. Я хочу так встать. О, Войтик. Ждем. Здесь. Мне кажется, тут больше кнопок прожимать не надо. Таск, ты к нам идешь? Прыгаем. Сейчас, подожди. Сейчас, а ну-ка, 6 секунд, я ему эмпауэр дам. Так, а зачем эмпауэр? Тут шейкер сейчас все сделает. Нет, давай. Поехали. Давай, ульта. Ёб твою мать! Летело, скрывело. Только, пожалуйста, не выкинь. Мне кажется, бедлам это лишний был. Нормально, бедлам троих забил. Четыре. 7000 голды на руках. Нет, там шейкер, наверное. Шейкер, сколько у тебя крипов сейчас? А мне ничего не 51. Дали. 51. Охренеть. Прикинь, мне ничего не дали. А, ну да, крипов же нету у нас сейчас. О, капец, это такой трешак. Я просто в шоке. Давай рефрешер, у тебя есть, нахватает? Написал плюсик, у меня дискорд выключался. Ой, я сам заблочил взял. Птицу. Тебе хватает на рефрешер? Нет. Ну почти, мне летит, короче. Так, там нет, насилуют надо. Парня. Так, у меня рефреш ответит. Парни, они сейчас... Я готов. Они сейчас здесь будут, давайте. Я сразу прожму. А, мана есть? Понял, 7 секунд. Меня подождите, я иду. 25 зарядов. Все есть мана. Ой, я МК случайно убил. Не только МК. Дай им пауэр, дай им пауэр, ману. Сейчас, подожди. Нам ждать 20 секунд. Он у тебя длительность 46 секунд, так что можешь не волноваться насчет времени. А, да. Сейчас все готовы. Сейчас 9 секунд. Вака-вака, эй-эй.
Начинай. Ёперный палец. Как же это мощно. Равагу успел прожать. Охренеть. Так, Октарин готов. Ударить не успел. Октарин не готов. Мне вообще ничего не дают за убийство. Так, наверное, что-нибудь надо еще такого собрать. Молнии соберу себе. Хотя зачем мне молнии, блин? Дизолятор соберу себе, чтобы пушить. Муншард. Ну, муншард, это понятно. Господи, вот это просто насилие. Максимальное. Крипов нету, по всей карте нету крипов. Верните, пожалуйста, да, крипов. Не, я не пойду там. Зря там. Вижу цель, не вижу препятствий. О, ты сейчас ты убьешь. Серьезно? Так быстро умер? 2000 прилетело. Слушайте, вот такой бы бедлам, да, в этот Custom Hero Chaos. Это было бы мощно. Да, это было бы имба. На самом деле, сейчас вот такую феечку, мне кажется, убьет только обратка. Тракса. Ну, да. О. О. Купол. Пошел. Он, чтобы убегать от нас, кинул купол. Тупо на убегание? Да. Слушайте, а давайте реально парням дадим шанс, пусть они получат, какой у них там сейчас уровень. Давай. 18-й. Так мне в том, что разрабатывает. О, мне как-то... Как мне сделать, чтобы у меня Bloodstone не терялся, если я его перевожу в ранец? В тайник положи. Сливайтесь, все, по миду тогда сливайтесь, слышите? Только не убивайте их, пожалуйста. Все, я иду в тайник. Ой, в тайник иду, да, конечно. Перевожите итемы свои, чтобы они быстрее убивали вас. О, нет. На 75 секунд. Че там у них попало? Я убежал. О, 60 секунд, понятно, все понял. Я, кстати, сейчас дольше всех буду сидеть. Ты? Да. Я 50 секунд уже сижу. Ну, уже больше, конечно. МК? Я бегу за МК. О, нет. О, хорошо. Больше прикол. Короче, меня МК долбал. Я, короче, от него убежал в деревья. Он пытался прыгнуть в деревья, я его шокуевом скинул просто. О, слушай, я знаю, как им сейчас поднять уровень. А, Магнус, выходи сейчас в мид сам, как? Вот сюда. Ты видел мой РП? Ульту. Я могу ультануть. Нет, ты не ультуй. А, 2000 урона у тебя. Нет, оглушение на сколько? 15 секунд, ну да, там крипы. 2000 урона это много, ты убьешь шторма как минимум. Как минимум байда. Байда, шторма. Некра. Ты половину команды убьешь. Так что лучше не... Моё. Ай-яй-яй. Так, у меня есть вторим. Кинь второй скилл. Макс. Идите по миду, опять сливайтесь. Най. Не дам. И сюда. На. Спасибо. Я потратил рефрешер. Хотя на самом деле, мне кажется, они с крипов больше получают, чем с нас. Да, намного больше. О, ДДшка. Парни, я пошел. Все, пусть убьет. Пусть убьет. Не убивай. Пусть хотя бы 18 уровня все будут. Не убегай. Так, МК надо остановиться, потому что-то прям сильно пушит. Кто МК? Вайда 18. Все, пора. Все, Магнус, сейчас, короче, в миду. Ух, ё-моё. Все, да? А, нет, ничего. Нет, они уже, алло, у них по 18. Ничего, да, ничего, там... ничего, пусть получит еще немного уровня.
В мид перейди, Магнус. И ультани туда. А вы только не убейте их там. Я уже ультанул. Ты уже ультанул? Ёб твою медь. Зачем? Так, Магнус, ультуй только на следующую минуту. У меня шторм напал. А, просто. Ну, ультовать. Это было сильно. Кому уж это дать, мучарда? Мне? В меня воткни, я с руки бью. Тут еще кто смотря кто с руки бьет. Ну, фантомка, да, тоже с руки бьет, согласен. У меня там два муншарды, ей хватит. Спасибо. Все, Магнус, выходи в центр и ультой. Так, стоп, на 14-й минуте ультани. А все, он уже ультан. Он уже ультан, ну. Они тут меня решили побить. А что, их убивать, нет? Так не надо было их убивать. А, ну я и не собирался. Ладно, похер, пойдем закончим. Я хотел как-то шансы немного уравнять, но... Какие шансы, алло? Команда МБ. Ой, Крона. Все, если он сейчас сюда подбежит, то он умрет. Меня убить. Я ж сказал. Да, Крона. Постоим, подумаем. А что, надолго она? 20 секунд. Крона, убиваем. Чуешь? О, я сейчас больно будет. О, вот тут. Оу. Вообще пох. Чисто пох. Понятно. Чисто пох, да? А это сейчас умрёшь. Понимаешь, ко мне подойти невозможно. У меня 800 урона в секунду влетает. Надо Актерин, кстати, взять. Там урон просто нереальный какой-то. И он без кулдауна. В этом весь прикол. Зачем? Карим. Такая вообще. Ой, а как он? А, точно. Ну, было не круто. Скажу так. Теперь мне больше полторы минуты сесть. А кто кого убил? Да меня. Меня там убили. Кто вас на всех убивал? Ну там птицу, блин, я не знаю, птицу, ты без меня опять арбет. Надо было штурмать. Дэдхантер ультует, и все, у него 6 секунд стана. А ульта сколько длится? Ульта... Ну у него, короче, он уже выходит с РПшек всяких и все такое. Че, все? Это ульташек. Сейчас увидишь. Да-да, тут ульта летает по всей карте. Видишь, это ультра шейкер. Серьезно? Так, надо что-нибудь еще интересненькое взять себе. Был бы дробовик, да, как касса. Только зачем мне дробовик? У меня вон свой дробовик на бедламе. Встроенный. Да, тебе больше интересного брать нечего, факт. Ну так, часов жирюсь. Сейчас подпушим, ребятки там попытаются меня поубивать, у них ничего не получится. Они не понимают, что... Ну если тебя застанет тайдуха, то ты все, умер в любом случае. Почему же? Ага. Ну или так сделал. Интересный вариант. Ну и все, собственно. Да, бы сейчас Войт, смотри, подходит и умирает. У него 1000 маны. Ай, капец. А шо с... А, пацаны, посмотрите на банду возрождаешь? А, курьер летает, кстати, в Хрона. А Хрона не на всю карту, он же вот заканчивается. Нет, где? На всю карту. Нет, я в нем тоже был. Не, вот ее просто нужно 5 обрадок, чтобы было, и тогда она умирает. Так, МК где-то вроде ультанул. Нет, уже нет. А, это не МК ультанул. Все, теперь играйте как хотите. Да нет, тут уже надо заканчивать, как бы, две мега-имбанутые сборочки, точнее, два мега-имбанутых героя.
Достаточно. Ай. А по мне не попало. Меня почему-то. Поймали. Влад, подойди. А, ну нормально. Куда подойти? А, там радио. А, уже никуда. Где хроны? Нет, а кто-то был тут? Ай, больно. Понял. Давай, Рампагу, спасибо. До последующих. Понимаю. Чего? У нас 120 секунд, наверное. А это тебя с косы убило? Да, нашел ты. Ой, капец. Не, ну, мы имбанутые и взяли двух имбанутых героев. Банили только дровку и бабку. Выбор был у всех. Заранее кидал название кастомки, можно было зайти протестить. Ну, короче, что получилось, то получилось. Я взял двух героев, я доволен ими, и можно будет на них играть еще другим. Хочу вам рассказать о лучшем магазине игр ImbaShop. Как вы поняли из названия, я имею непосредственное отношение к этому сайту. На ImbaShop у вас есть шанс заполучить такие крутые проекты, как Overwatch, DayZ, CSGO Prime, GTA 5, PUBG и многое другое, не дороже, чем пара чашек капучино. Это значит, что большинство игр стоит до 200 рублей. Но если вы хотите еще больше сэкономить, то покупайте кейсы с играми от 29 рублей, где выпавшая игра будет всегда дороже стоимости сундука. 100% окупаемости только на ImbaShop. Ну а для любителей покрутить, заглядывайте в наши Dota 2 и CSGO наборы. Больше не надо ждать, пока бот вам скинет вещи или всякие там баны трейдов. Выбивайте шмотку и сразу выводите себе ее полную стоимость. ImbaShop, ссылка в описании.